Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу вам про свой набор, значит, ножей для метания. Купил себе, вот в Харькове заказывал, вот такой набор таких вот ножей. Значит, что тут у нас изображен, типа череп, типа паук какой-то такой, надпись К005. Вот, то есть это как бы такие китайские ножи, да, то есть вот такой типа, как, не знаю, что это, знак, не знак, бренд, не бренд. Вот, то есть что тут у нас, три ножа, вот такой чехольчик. Значит, по чехлу расскажу. Чехол хороший, очень классный чехол, действительно качественный, то есть внутри тряпки там что-то есть, какой-то пластик, то есть, видите, то есть он такой вот, ну, жесткий. Вот. Что по ножам? Ножами этими я тренировался, да, метать. Вот, то есть, значит, получалось, в принципе, метать. Что обнаружилось? Значит, ну, у меня раньше не было ножей для метания, да, то есть именно таких вот такого плана. То есть это вот первый такой набор, который я купил. То есть здесь идет металл какой-то такой достаточно мягкий, то есть потому что когда в процессе метания, доставания, то есть заметил, что вот загинается как бы вот кончик вот тут, да, то есть, ну и так вот, когда они пришли, было видно, что вот эта заточка типа, да, как-то тут вот такая вот и вроде есть, ну вот, то есть пальцами берешь, то есть реально это не заточка, то есть это, ну, просто так чуть-чуть снято, да, как бы для вида. Вот, то есть это конкретно тренировочные метательные ножики. То есть вес ножа такого 60 грамм. То есть они относятся к таким достаточно легким. Вот у меня есть один нож такой более тяжелый для метания, то им как бы вот, безоборотной техникой особенно метать удобно. Этот для безоборотки как бы, ну, не совсем подходит по форме. Вот, хотя я его и без оборотки и этот пробовал кидать, то есть, в принципе, можно, если чуть-чуть подналовчиться, ну, не очень удобно. Что пришлось еще сделать? Пришлось не вот это вот, смотрите, вот этот шнурок, он был здесь просто намотан, да, и все, как бы, туда-сюда, туда-сюда, то есть, он начал вот тут вот, ну, как бы, слазить, да, то есть, оно не фиксировалось. Пришлось замотать по новой все их. Вот, пришлось здесь, видите, подплавить, то есть как бы за конкретно уже его за туда как бы сплавить, между собой зафиксировать. И еще пролил немножко суперклеем, то есть чтоб уже как бы оно четко туда, ну, вот между собой зафиксировалось. То есть теперь вопросов нет. Вот. Ну вот, видите, ножики покоцанные, то есть тут такой вот какой-то краска какая-то, да, то есть краска не матовая, какая-то такая с текстурой, то есть как с бугорками какими-то, не знаю, залита какая-то такая вот. Ну, она слазит достаточно легко. Вот, то есть, ну, я же говорю, для того, как попробовать, стоило это что-то там, по-моему, эти ножи стоили что-то порядка 100 гривен, я не знаю, сколько это там в долларах на тот момент было, там 4-5 долларов, то есть это недорого, я так думаю, что для того, чтобы побаловаться, можно себе такое приобрести. Вот единственное, я же говорю, надо учитывать, что вес достаточно легкий, вот, то есть может, кто пробовал и кто хочет, вот кто такой, знаете, берет обычный там кухонный нож, начинает метать, то он может быть даже тяжелее, чем этот, поэтому после того этот может оказаться слишком такой легкий. А вот, все. Это такой коротенький обзорчик, чисто вот про такой наборчик. Все, всем спасибо, до свидания.